штрафную площадь. Парашют какой! 1-0! Вот это да! Джованни Дос Сантос! Засиделся на скамейке запасных Тоттенхэм, лишь точечно появляясь в матчах английской премьер-лиги. И сейчас запускает за шиворот бразильцу Рафаэлю. Красивейший мяч забивает Джованни Дос Сантос. А мы с вами смотрим еще раз. И угол-то какой острый! Разобрался с соперником Дос Сантос. Ну, справедливости ради нужно отметить, что, наверное, тут не виноват. Голкипер, может быть, чуть-чуть далече вышел, может быть, расточка ему не хватило, может быть, просто не ожидал, что, скорее всего, от Дос Сантоса такой прыти, а только блестящие действия Дос Сантоса привели к тому, что мексиканцы, до того не бившие воротом соперника вообще ни разу, открыли. Мне показалось на мгновение, что Рафаэль достанет этот мяч, дотянется до него, и действительно бросился он именно в тот угол, куда Эрнандес и пробил. Но сильно и точно Чичарито послал мяч в левый от голкипера и правый от себя угол ворот. Сборная Мексики. Два удара, 2-0.